Привет, вы на канале Девайс, и сегодня на обзоре материнская плата Asus Prime Z690P Wi-Fi. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнская плата Asus Prime обладает эффектным внешним видом, отличительной особенностью которого является необычное для данного типа техники сочетание белого, серого и черного цветов. Дизайн платы, естественно, не является ее главным достоинством. В ваше распоряжение поступит исключительно производительное и стабильно работающее устройство, которое может с успехом использоваться в качестве основного компонента мощной игровой системы или универсального системного блока высокого уровня. Плата базируется на чипсете Intel Z690, совместимые процессоры 12-го поколения для сокета LGA1700. Максимальный объем памяти DDR5 – 128 ГБ, диапазон рабочих частот от 4000 до 6000 МГц. Стабильное электропитание – залог того, что процессор Intel Core 12-го поколения сможет проявить весь свой потенциал. Именно в расчете на такие мощные процессоры с большим числом ядер разрабатывалась система питания материнской платы Prime Z690P Wi-Fi. Стабилизатор напряжения, выполненный на базе силовых модулей DRMOS по схеме 14+1, обладает достаточной для новейших процессоров Intel мощностью и эффективностью. Prime Z690P Wi-Fi предлагает возможность разгона комплектов памяти не только высокого, но и начального уровня, у которых заблокирована схема управления питанием. На материнской плате предусмотрен специальный механизм для обхода ограничений, накладываемых на работу модулей DDR5 схемой управления питанием. Это позволяет преодолеть установленный по умолчанию лимит в 1,1 вольта и поднять частоту и тайминги до максимально возможных значений. Как правило, для изменения напряжения в разблокированной схеме управления питанием требуется полное выключение компьютера, однако на платах Prime Z690P это можно делать посредством мягкой перезагрузки, как при настройке модулей DDR предыдущих поколений. Кроме того, специально для новичков в деле разгона памяти предлагается эксклюзивная функция Asus Enhanced Memory Profile. Она автоматически идентифицирует чипы памяти у модулей с заблокированной схемой управления питанием и предоставляет профили с оптимальными настройками частоты, таймингов и напряжения, которые пользователь может применить для повышения производительности. Цифровая регулировка системы питания. Помимо автоматической настройки стабилизатора напряжения DG+, данная материнская плата предоставляет пользователю возможность делать это вручную, чтобы добиться максимально стабильной работы процессора, особенно в режиме разгона. Как и все модели серии Asus Prime, данная материнская плата предлагает гибкие средства настройки компьютерной системы, чтобы та работала именно так, как нужно пользователю. Чтобы обеспечить стабильную работу компьютера под высокими нагрузками, материнские платы серии Prime Z690 наделены множеством радиаторов и вентиляторных разъемов. Радиатор M2. Два слота M2 обслуживаются радиатором, который поможет предотвратить перегрев и последующее падение производительности установленных в них накопителей. Охлаждение силовых элементов. На силовых элементах, транзисторах и дросселях находится состоящий из двух частей массивный радиатор с термопрокладками. Мониторинг источника тепла. Каждый вентиляторный разъем может быть настроен на регулировку по трем термодатчикам. Более того, утилита FanExpert 4 позволяет задавать в качестве базовой основы для регулировки системных вентиляторов температуру видеокарты. Разъем для необслуживаемой СВО, разъем для подключения необслуживаемых систем водяного охлаждения с регулировкой по ШИМ напряжению. Встроенная защита. На каждом разъеме для вентиляторов реализована защита от перегрева и перегрузки по току. Два типа регулировки. Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки подключенного вентилятора, ШИМ или изменение напряжения питания. Стабильное питание, легкое в настройке охлаждения, современные интерфейсы, материнские платы серии Prime Z690 предлагают пользователю все, что необходимо, чтобы с максимальным эффектом применять новейший процессор Intel Core 12-го поколения в повседневной работе.
FanExpert 4. Утилита FanExpert 4 позволяет регулировать скорость вращения различных вентиляторов и работу помпы водяной системы охлаждения в зависимости от уровня загрузки и температуры компонентов компьютера. В автоматическом режиме для этого достаточно сделать лишь один щелчок мышью. UEFI BIOS. В упрощенном режиме UEFI BIOS сразу видны все ключевые параметры системы и данные аппаратного мониторинга. Он идеально подходит для быстрой первоначальной настройки компьютера. Расширенный режим UEFI BIOS предназначен для глубокой настройки компьютерной системы и предлагает встроенную функцию поиска нужных параметров. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!